Какая хорошая погода 3 сентября 2024 года. Вот решил прогуляться на озеро Светлая Жизнь. И хочу снять небольшой ролик с моста между парком Ботаникой и озером Светлая Жизнь. Ой, тепло, но скоро будет немножко похолоднее уже. Покомфортнее, но уже особо не поплаваешь. И вот сегодня, так сказать, надо немножко окунуться, может быть, даже. Сейчас в воду приду, пощупаю. Может быть, понравится, может быть, искупаюсь. Вот такой мостик замечательный. Птички поют. Благодарю вас за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрий из Орла. Природа и культура. А, видео из Орла, видео из Орла. Я сейчас стал так называть канал. Видео из Орла, природа и культура. Паутинка на мостике вот такая висит. Очень красиво. Кто любит Ботанику, кто любит озеро Светлая Жизнь, ставьте лайк. Это дома по новой Ботанике. И вдали, виднеются 3 дома новых. Не знаю, по какой улице. В общем, ландшафт, пейзаж меняется. Вот, а природа остается. Берегите природу. Всего вам доброго. До новых встреч.